Всем привет, ребят. Ну что, сегодня проспал, решил поспать немножко и сотрю. Добавили уже наконец-то Clash Rush Day. Честно скажу, плюхи говняные. Ну, в принципе, вы так все сами все это знаете, потому что они не туда и не сюда, и они нафиг нужны без доната. Лучше, я уже говорил, дали бы какой-то нормальный скин. Это было бы повеселей. Такс, что у нас сегодня? Бонусы. Сейчас посмотрим, что тут интересного на английском. На английском сервере всегда топовые плюхи, гемовые бонусы дополнительные. Настолочка, я уже в нее сбегал. Эти сундучки получил. Ну, в принципе, то же самое, что и было. Так, за вход у нас сегодня что там? Третий день. У меня здесь еще первый. Третий день. Сумочка девятая одна. Ну, в принципе, тоже неплохо. О, хватайка. Вот это нормально на английском сервере. Вот это мне нравится всегда. Да, есть топовые плюхи. Хватайку поменяли. Сейчас найду, какие тут плюшки дают. Так, Flamebox 3.50 за 5 токенов, за 10. Сундучки по 20, за 15. Пыльца и эссенции. Мышка и Radiant Calc за 20, за 30. 150 пыльцы. 10 рун. И 5000 кристаллов. В принципе, неплохо за 30-ку Хеллвин Чест. Таланты за 40. Ну, честно скажу, херня. Реально. Честно скажу, херня. Раньше было веселей. И топовые плюхи. Так, ну что, давайте. Бум, 5 токенов мы с вами получили на халяву. Халявных 5 токенов. За 5 токенов, ну, конечно, лучше всего. Единственный вариант, 50-ка кулаков на халяву. Почему нет? Я считаю, это тоже кайфовая плюха. Особенно для бездонатов. Так. Accumulation, Plan for Prizers, Lucky Prospector. Тоже веселая акция. Так, что у нас по ивентам? Такое себе. Пиратик. Пирата, к сожалению, так и не поменяли. Карточки. Надо, кстати, не забывать их фармить. Тут вообще нету зефира. Ну, в принципе, на английском зефира собрать это не проблема. Надо заняться будет волнами на этом аккаунте. Так. Ну, в принципе, все, как видите, на английском больше. Ничего такого. Нету. Так, окей. С этим разобрались. Поехали глянем, что там. А, по акциям. Еще в акции не забежал. Самое интересное пропустил. Ой, хорошее накопление. Действительно классное. Опять Blade Dance. 1000 этих. Вот это классное накопление. За 60 баксов можно собрать вот это все. Действительно топовое. Так, тут у нас сегодня второй день. Это надо на основной аккаунт будет зайти. Скины. Давайте перейдем на основной. Там будет интереснее посмотреть. Я сразу же посмотрю, что мне надо. Поплюшка. Такс, поехали. Забрать. Такс,
Смотрим, уже 1500 продали. Вот так вот. А, так, накопление понятно. Накопление надо будет забирать. Скин нам надо будет забирать. Эти все скины у меня есть. Пак с пупцой, такой пак. За 50 с наймом. Вот Мэри. Вот вуаля, пожалуйста, ребят, Мэри. 200 баксов уже стоит. Даже дешевле, чем на Тайване. Вообще супер. И 50 таких сундуков. Еще скин. По лимитированным. В принципе, тоже довольно-таки неплохие акции. Монетки у нас. Дуэлянт нафиг не нужен, 400 пальцев. А лучше, наверное, будет эти паки забирать. В общем, определимся потом. Так, окей. Поехали глянем, что на немке есть интересного. А может, в принципе, акции тоже все обновились. Так. Коллекционер. Сумочка 10. Вот так вот. Вот смотрите, вот кайф. Здесь вот дают возможность сразу плюс один левел сделать. Вот это реально очень круто. Так. Такие. 1000 печенек, ребят. Вот это да, 300 пальцы и печеньки. Вот. Чем мне не нравится, то, что здесь печеньки дают полным ходом. Так, наборы на рынке. Вот такое себе. Так, что у нас тут сегодня интересного по акциям? Так, ангел. Сейчас посмотрим. А это за найм. Кстати, здесь найм вот такой вот. Смотрите, каких можно героев здесь вытащить, и 10, а сколько Мэри дают. Тоже неплохо так, 50, 20. Хорош, нравится. Последние причем герои сразу же даются. А, так, что у нас еще есть интересного? Надо зайти обязательно вот сюда. Забрать тут плюшки. Мы здесь пропустили, были два дня. Так, кристаллик нам дали. Так, ну тут можно забирать монетки сегодня. Кстати, может и накраса собрать. По чуть-чуть, значит, собирать. Как вариант. А, такс. Вот из такого здесь мы все позабирали. Места не хватает. Вот. Да, ну вот это дали оттуда. Ну, все равно. Каждый день топовые плюхи халявные. А, так, окей, поехали еще русские глянем, что на русском интересного есть. Может, там тоже что-то прям мега-мега вау. Может, накопление есть интересное. Так, получить. Сами ко мне дали, падла. Либо сам подкинуть разбиватель, карта, парящий остров. Все по стандарту. Опять девятая. Просто тупо девятая сумки падают. Так, временные акции. Дуэлян целый. В принципе, неплохо за один пак сразу же. Них, как обычно, нету. Полник есть. Надо будет сегодня недельку сделать. Странно. За одну неделю дали опять полника. Плюс пакет накопления. Постараюсь сегодня, если будет время.
вечером сделать стримчик, разыграть еженедельку. Так, Кватайка тоже есть, нифига себе. Прям мега вау. Балуют плюхами. Ну, заходим. Чё тормозим? Дадут или нет? Так. Бум, жетонов нет. Так, к сожалению, жетончиков нам не дали. Сундук таланта 5-го, 10 штук, в принципе, тоже, я считаю, довольно-таки неплохо. У меня здесь этого вроде хватает с головой. Такс. Забрать. Забрали. Еще 9-я сумочка. Так, 1+1, цветущие магазинные безумия даже есть. Ничего себе, сегодня прям мега день. На русском сервере накопление и прочее есть. А, скины Мэри дают. Нифига себе. Прикольно. Вот это русский отжигает. Сегодня сервер сток первой покупки. 80 на все, на временные акции, на столка. Поехали, на столку заберем плюхи. Русский сервер. День сегодня, день русского сервера. Поэтому, кто донатит на русском сервере и хочет это сделать, делайте это сегодня. Так, забрали мы второй день. Вон там. Ну, вроде все с такого. В принципе, плюхи мы получили. Ну, эти плюхи нам пока не обязательно забирать. Не хватает у нас на 1200 самов. Может, у меня там сменка. О, отлично. Поехали. Так, у нас берс. Этот берс и не туда, и не сюда. Вот 84 коробки у меня уже завалялось. Такс, окей. Нанять слизь. Так. Наняли. Места не хватает. Блин, нам места не хватит, наверное, сделать найм. Да. Будет поубирать лишние итомы. С прошлых собиралок пасхалки. Клеверы разные. Нафига оно все надо валяется, только на складе склад забивает. Так, 157. Сейчас мы еще героя подсольем. И сделаем, жмакнем. За 1200. Ну что, поехали. Проверим удачу. Бесплаточка. Так, не бесплаточку, мы сюда. Бум. 3 тонн. И X10 за 1200. Чидищ. Просто, ребят, это просто трэш. Это просто кайф. Можете меня поздравить, на аккаунте есть Бугимен. Еще одна недостающая имба, ребят. Так, Бугимен есть на этом аккаунте. Отлично. Здесь такие герои уже для PvP есть. Просто офигеть. Это на русском сервере практически не играю. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Было бы смешно, если бы еще и была пятая ремочка на нем.